That is. We must have answered your question somehow. I will think about it. Ask us in 1 week's time, okay? Yeah. Do you want to? Yeah. No, yeah, for me, it's different because you came across a situation. Mm-hmm. So it's through the experience itself that suddenly bodies are crossing. And all the stories are not into the content, but more in each head of each viewer. Yes, yes. And it's, yeah, it's a different way of approaching, finally, I think, the same thing. But maybe less personal, questioning more our collective way of practicing the space, and then maybe having in mind that or question why they are here, or it's not the time to be here, or why they're staying here, and why I am upset, for example, about the situation. So it's a way of questioning yourself about your own behavior regarding the others. Еще мне кажется, что мы как команда Биеннале сделали многое, чтобы ввести наших прекрасных художников в заблуждение, потому что вы улыбались на каждом зуме. И писали очень вежливые письма с большим количеством. Большое спасибо, потрясающе, очень хорошо. И отгоняли медведи, да, из кадра. На самом деле я могу сказать, что это то, что, мне кажется, мы как кураторы должны тоже сказать. Дело в том, что вся эта история, что наши художники здесь работают в полях, была бы невозможна, если бы с нами работала команда ассистентов художников, и сейчас кто-то из них там еще на площадке, но каждый художник здесь, у него есть свой проводник, свой такой медиатор, который помогает ему ориентироваться в Екатеринбурге. Это Алексей для Жерома. Алексей сейчас на лекциях, но потом он прибежит к нам, и мы будем дальше готовить перформансы. Это Яна для Флоренс. Это Олеся для Алана, Олеся тоже тут, и это Екатерина для Оливии. Поэтому у нас все... Теперь мы знаем, кто виноват. Да. Почти все, весь список имен. Да. И на самом деле это очень важный тоже элемент, который мы пытаемся как бы в развитии тоже такой немножко прогерметической позиции привнести, что наши художники имеют возможность не только отдельно существовать и приземляться в Екатеринбург, но и как-то знакомиться с людьми, понимать, чем люди живут, что для этого места характерно, смотреть какие-то места, понимать контекст. И таким образом действительно немножко погружаться, а не существовать как такой инопланетянин из Швейцарии здесь, в контексте Екатеринбурга. Вот. Теперь ну и да, насколько понимаю, сейчас мы, если есть еще вопросы, можно их задать, если... Пока нам тепло, и мы в помещении. Да, потому что... На улице мы отвечать не будем. На улице будем отвечать, но там ветер еще будет, и вообще... На солнышко вышло сегодня. На солнышко, да, возможно, у нас есть шанс. Наверное, я еще просто скажу, что в этом месте будет выходить публичная программа, я это уже один раз сказал, но скажу еще раз. И может быть, если у вас будет время, вы и так очень щедро нам дали много своего времени сегодня, но если что, приходите, давайте его еще вот в 7:30 вечера сегодня на Константина Дебликова посмотреть и с ним познакомиться, и с ним поговорить, потому что это человек с довольно невероятным жизненным опытом и такой же невероятной харизмой и, ну, крутостью. Мы еще очень пытались организовать ему стендап, но у нас сил немного не хватило. Вот. Но надеемся, что очень смешных штук будет в том, как он в целом будет с нами сегодня говорить. Вот. И, наверное, какие-то большие слова на этом можно закончить. Еще раз спасибо, что мы все вместе с вами так хорошо посидели. Сейчас мы будем приглашать вас на улицу. И я напомню, что банановый хлеб и прочее можно взять, наверное, в салфетку, да, и, не знаю, кому-то вручить, если вы кому-то хотите это сделать. Вот. И в остальном, наверное, все. Еще раз вам всем большое спасибо. И спасибо нашей приятельнице Алине, которая...